В эту субботу поздравления будут принимать спортсмены, тренеры, учителя физподготовки и все те, кто любит активный образ жизни. 12 августа – Всероссийский день физкультурника. В честь праздника у мытищах подготовили обширную программу мероприятий. На центральной площади перед Домом культуры Яуза установим боксерский ринг, на котором будет проходить зарядка с чемпионом. Для всех желающих будут проходить 8 спаррингов по боксу и кикбоксингу. Также на парковке возле ДК у нас будет площадка по мини-картингу, будут беговелы, роллеры. В парке мира пройдет мастер-класс по игре в шахматы, а на скейт-площадке профессиональные спортсмены выступят с показательными выступлениями на роликовых коньках. А для самых юных жителей в акведуке будет организована анимационная программа «Мы на спорте». В состязании с ростовыми куклами можно будет проверить свою силу и ловкость. На пляжном стадионе пройдут турниры по самбо, футболу и волейболу, а на набережной состоится зрелищный показ водно-моторных видов спорта. Будет незабываемо, не пропустите!